В субботу в Щелкове на площади перед Троицким собором прошла традиционная церемония освящения куличей. Сотни щелковцев пришли на площадь с куличами, пасхальными яйцами. Многие говорили об особом настроении, которое сопровождает людей в преддверии главного христианского праздника. Пасха – это такой светлый праздник. Предшествует к нему очень длительный и строгий пост. Учит он нас доброте. Надежда на лучшее, на прекрасное будущее. И вот после освящения, чистоты и благодать просто. Опустилась благодать. А вечером в Троицком соборе прошла главная служба года. Собравшиеся прошли крестным ходом вокруг храма. Этот день согревает сердца верующих, вдохновляет на добрые дела и великодушные поступки. Ставя в главу угла духовные и нравственные идеалы, напоминает нам о важности бережного отношения к фундаментальным традициям, необходимости быть любящими, сострадательными и милосердными друг к другу. Дорогие жители городского города Щелково, от всей души поздравляю с праздником, близким сердцу каждого православного человека, светлым Христовым воскресеньем. Я желаю, чтобы в каждом доме был мир и согласие, чтобы каждый человек был здоров, благополучен, удачен и счастлив. Чтобы в каждой вашей семье царило согласие, любовь, радость, добро